Всем привет! Как дела у ваших тарелок? Все такие же белые и скучные на вид? Я, например, вчера кушал из тарелки с рисунком карты мира. Съел гарнир, открыл Америку. Отрезал кусок сосиски, освободил Германию. А потом пришла моя собака и выпросила Францию. Мы уже показывали вам, как наносить рисунок на тарелку с помощью запекания. А сегодня мы покажем, как это делать с новым термопрессом InkSystem Combo 5 в 1. Внимание! Технология отличается. Нам понадобится термопресс InkSystem 5 в 1, струйный принтер, заправленный сублимационными чернилами, сублимационная бумага и термостойкий скотч. Вот так выглядит насадка для запекания. Это блин. Но он железный, поэтому у нас будет все с первого раза так, как надо, а не комом. Здесь две стороны с размерами 8 и 10 дюймов, что позволяет запекать как маленькие, так и большие тарелки. Сначала нужно хорошенько прогреть насадку. Мы будем запекать на меньшей стороне, поэтому ее оставляем в силиконовой накладке, а верхнюю снимаем. Помещаем под плиту термопресса. Разогреваем 15 минут, 200 градусов. Если блинчик плохо прогреть, то рисунок может получиться не таким ярким, как в оригинале, и нечетким. Тем временем печатаем изображение в зеркальном отражении на сублимационном принтере. После того, как насадка прогрелась, аккуратно вытаскиваем и на ее место помещаем тарелку. Температура та же, время 1 минута. Работайте в перчатках, 200 градусов – это не шутки. На тепленькой тарелке фиксируем изображение термостойким скотчем. Кладем блин сверху, зажимаем термопресс. Выставляем время запекания 7 минут, а температуру 200 градусов. Готовую тарелку аккуратно забираем, снимаем скотч и оцениваем результат. Вот такой рисунок получился у нас на тарелке с помощью сублимации. Яркий и даже с градиентом. Отличный результат! Придумывайте, экспериментируйте и создавайте уникальные вещи. В этом вам поможет сублимация и термопресс InkSystem. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и узнавайте о новинках печатного мира первыми. Пока!